Друзья, всем привет! Сегодня сделаем открытую террасу без крыши, на винтовых сваях. Лаги будут деревянные, настил из террасной доски. Расскажу, что куда использовали, и по стоимости тоже обязательно в конце скажу. Подписывайтесь на канал, если будут какие-то вопросы, обязательно задавайте, постараемся ответить. Покажу вам открытый крепеж вот такого вот образца, как монтируется. Вот так вот он выглядит для террасной доски. Вот так вот приставляем к торцу саморезом под 45 градусов, закручиваем. Потом двумя саморезиками в торец. Все, и получается вот такой вот крепеж внутренний. Друзья, мы в прошлый раз на этом же участке делали плиту. Пойдемте, я покажу. В прошлом видео не показывал, потому что опалубка еще была, не была снята. Сейчас сняли опалубку. Давайте вот покажу. Ссылку оставлю в описании на фундамент. Вот сделали плиту с ребрами вверх. Вот так вот получилось.
кому будет интересно, посмотрите, как мы ее делали. Итак, друзья, давайте расскажу вам самое интересное по стоимости, сколько террас это получилось. И, в принципе, расскажу, что куда использовалось и где можно было бы сэкономить. Потому что здесь, ну, есть такие моменты, на чем можно сэкономить. Во-первых, по стоимости, значит, здесь получилось 65 примерно квадратных метров террасы. По стоимости перевалило за 500 тысяч. Заказчик сказал, если бы знал, что столько получится, то не строил бы эту террасу. А получилось здесь почему так? Потому что на самом деле сначала планировался вот небольшой такой кусок, например, вот здесь вот сделать, то есть перед выходом на дом. Ну, вроде бы заказчик сам посчитал, прикинул, что, в принципе, нормальная сумма. Потом дальше подумал, еще кусочек себе решил добавить, потом еще ступеньки. И начал со свай, потом свайщики приехали, там чуть больше свая получилось, потом получилось, предложили вот сделать обвязку из уголка. Сейчас давайте покажу, что имею в виду. То есть, вот видите, есть такой вот уголок между сваями, то есть как здесь сделано, то есть, во-первых, вот этот уголок идет между сваями вот так вот по длине, и еще вот так вот вдоль, соответственно, здесь
ну, что-то там порядка 180 метров вот такого уголка ушло на всю вот эту вот террасу. На самом деле этот уголок используется, когда есть какой-то слабый грунт. Тогда вот действительно уголок помогает. Просто заказчик решил перестраховаться, поэтому вот решил себе поставить. На самом деле вот этот уголок, здесь же, видите, у нас идет вот брус вот так, доска идет вот так вот на ребро. То есть, в принципе, этот уголок и вот эта вот доска, которая, на которой, в принципе, здесь вот стоит. Ну, давайте покажу. Надеюсь, видите. То есть она дублирует функцию вот этого уголка. Вот эти сваи можно было, в принципе, тоже взять. Это 76-е сваи. Можно было взять еще на размер поменьше. Нагрузки здесь очень мало. Ну, то есть тут, грубо говоря, только вес людей, которые здесь будут ходить. Поэтому тоже действительно можно было сэкономить. Дальше еще на чем можно сэкономить. Это, конечно же, крепеж, который вы видели. Мы ставили здесь. Это скрытый крепеж, который сам по себе примерно одна штучка стоит там где-то 20-23 рубля, там, в зависимости, где вы будете покупать. Плюс еще на этот каждый крепеж нужно примерно там по 3-4 самореза. То есть, соответственно, ну, этот крепеж скрытый, он сам по себе дорогой. Если бы вас бы не пугало, что видны были бы саморезы сверху, вы могли спокойно закрутить саморезы сверху и достаточно хорошую сумму сэкономить. Дальше еще здесь по конструктиву. Вот видите, у нас где-то использовалась доска. Вы видели, ну вот до этого видео. Где-то использовался брус. Изначально по плану, вот видите, где у нас стыки между лиственницей. Там у нас вот использовался брус, чтобы был чуть больше нахлест, чтобы доски там не 2 сантиметра цеплялись, а в принципе по 5 сантиметров, потому что брус сотка. А в некоторых местах, вот там, к примеру, вот на той площадке, мы везде делали из бруса, вот эту всю часть делали из бруса, потому что он просто остался. А на самом деле, здесь можно было бы все заменить просто доской 50 на 150. Брус прям по нагрузкам здесь не нужен. Это он именно сделан, чтобы на стыках было пожестче соединение. Вот здесь вот, значит, смотрите, ступеньки есть. Ступеньки вообще самые простые. Делались очень просто. Вот сейчас покажу по конструкции. Тоже вам будет понятно, если нужно будет себе сделать. То есть это доска 200, вот 20 в высоту. Две доски просто отпилились. Ступенька сделана на две доски. Здесь и здесь. Это примерно 30 сантиметров. И высоту, естественно, 20. Просто скреплялась саморезами. Делается очень быстро такая ступень. Примерно там минут за 40 можно сделать. И все, и поставили. То есть, грубо говоря, даже можно сильно не переживать, пока да, ступенька сгниет, ее можно точно так же быстро реанимировать. И опять она у вас, ну, послужит вам. Вот на этой стороне у нас ступенька, она тут такая вспомогательная. Здесь будет стоять мангальчик, жарить шашлычок. Потом пойдемте покажу. Здесь немножко пошире ступенька. Сделана по тому же самому принципу. Вот здесь. Это просто, грубо говоря, выход на задний двор. За дом туда. И самая основная ступенька у нас, сейчас тоже покажу, там у нас сделана по другой конструкции. Она, а здесь главное, мы ее сделали вот так, мы просто к сваям. Здесь у нас, поскольку сваи были сделаны, ну вот уголком, вот видите, уголок у нас, уголок приварили, такой типа как косынка, и была труба от забора. То есть мы вот эту вот ступеньку, она, в принципе, у нас оперта только на сваи. То есть она вот здесь вот вся, она висит. То есть она не касается земли. Здесь сделали так, потому что это входная ступенька. Главное, чтобы на ней не будет очень много ходить людей. Поэтому, чтобы ее зимой не выдавливало, чтобы она постоянно была в одном положении, сделали вот именно так, подвесили. Да, друзья, еще вот по поводу навеса, примерно на следующей неделе выйдет видео, как его делали. Вот навес действительно получился народный по стоимости, тоже скажу. Вот действительно, тут самый дешевый, который, в принципе, может быть. Так что потом посмотрите на следующей неделе, подписывайтесь на канал. Там, в принципе, все рассказал, как сделано, из чего, куда что использовалось, какие материалы. По лиственнице, вот посмотрите, как она гуляет. Прошло где-то 2 недели дождей, вот эту доску, например, вот. Посмотрите, тут уже, в принципе, нет щелей. Вот видите, стык. Сейчас покажу вам. Вот здесь вот стык между досок. А щелей вообще практически нету. А было все вот так вот. Вот видите, вот эту доску мы совсем недавно постелили. Вот видите, тут все щели такие ровненькие, аккуратненькие. То есть вот лиственница, она очень сильно гуляет. А летом, на самом деле, когда вот начнется солнце, жара, то вот эти щели опять все могут разойтись. Если берете композитную доску, тоже сейчас тоже, в принципе, очень много видов, с ней тоже очень все непросто, потому что очень много производителей, и все ее
производит как придется. Поэтому нужно прям реально знать, какую доску брать, прям реально идти к своим соседям, спрашивать, кто где заказывал, и чтобы реально прошло хотя бы 3 года эксплуатации. Потому что очень много отзывов, что композитная доска буквально через 2-3 года она просто разваливается, рассыпается от солнца, просто от жары, от воды. Поэтому гораздо хуже, чем вот лиственница. Лиственница хотя бы там, ну, гуляет размеры свои, но в принципе не разваливается, уже достаточно долго, хоть и есть свои нюансы по эксплуатации. Здесь покрасочными работами мы никакими не занимались. То, что вот снизу брус не пропитан, он, большая его часть, она пропитана бесцветным праймером, и доска вот эта вот все пропитана, она маслом. Еще, кстати, забыл сказать, очень такая полезная штука. Вот видите, у нас там на столбе, там вдалеке висит, ну, просто пока доска стоит, это будет там потом столбики декоративные, здесь еще пойдут ограждения, и там стоит выключатель. Это не выключатель, а переключатель, то есть тут в чем суть. То есть, видите, мы два переключателя, они завязаны в одну линию. То есть мы можем вот с этого места, видите, включать и выключать весь свет. И вот если мы отходим, туда идем, там те же самые действия выполняем. То есть очень удобно, можно как... приходишь, включаешь свет, выключаешь, так и при выходе из дома включаешь свет, выключаешь. Вот видите, переключатель одноклавишный. Все, вот видите, то же самое, включается и выключается вся подсветка. Еще, кстати, забыл сказать, очень такая полезная штука. Вот видите, у нас там на столбе, там вдалеке висит, ну, просто пока доска стоит, это будет там потом столбики декоративные, здесь еще пойдут ограждения, и там стоит выключатель. Это не выключатель, а переключатель, то есть тут в чем суть. То есть, видите, мы два переключателя, они завязаны в одну линию. То есть мы можем вот с этого места, видите, включать и выключать весь свет. И вот если мы отходим, туда идем, там те же самые действия выполняем. То есть очень удобно, можно как... приходишь, включаешь свет, выключаешь, так и при выходе из дома включаешь свет, выключаешь. Вот видите, переключатель одноклавишный. Все, вот видите, то же самое, включается, выключается вся подсветка. Вроде бы все вам рассказал. Если есть вопросы, обязательно задавайте, спрашивайте, подписывайтесь на канал. До новых встреч!